Здравствуйте, друзья! Я сегодня отвечаю на вопрос, как найти наши старые видео, потому что YouTube, если вы начнете страничка за страничкой идти туда, вглубь веков, показывает только последнюю 1000 видео. Дальше он не дает возможности идти никуда. Поэтому мы в свое время сделали, для нас, ребята, сделали, наши зрители, сделали две такие небольшие утилиты. Одна утилита вот здесь под видео лежит, вот, или здесь вот тоже видео. Но, к сожалению, она там как-то обломалась со временем. То есть надо было апдейт сделать, а человек пропал. И это показывает только 10 последних видео. А вот аудио работает. И я вам сейчас покажу, как она функционирует. Значит, вы приходите и можете скачать MP3. Можете послушать прямо тут, если хотите. Но если вы на саму иконку видео нажмете, то открывается видео. То есть, какое бы видео вы не хотели посмотреть, если вы его здесь нашли, то оно есть. Тут даже поиск есть свой какой-то. Я никогда не пользовался, не знаю, но есть какой-то поиск. Но, во всяком случае, листать страничка за страничкой можно. Вы можете пойти, например, на последнюю страничку. 519-ю. У нас нумерованных видео там почти 43 сотни. То есть было бы 430 страниц, но у нас еще не нумерованных много, поэтому у нас где-то 5 с лишним, 5300 там этих видео, поэтому вот так получается. Вот страница, на которую мы сейчас попали, номер 519, и вот это самые первые, которые я подвешивал. Вот вы видите, декабрь 30-е, и еще одно, что ли, еще одно декабрь 30-е. Вот чего-то я такой там подвешивал, записывал для канала «Говорим про ЕС», шутковал как бы в конце 2008 года. Вот скоро будет уже, что, 8 лет, да, канал-то наш? Не фухры-мухры, уже 8 лет. И теперь, если вы хотите на какую-то конкретную страницу попасть, вам не обязательно вот здесь листать, да, где кнопочки стоят, потому что тут застрелишься искать. А вы можете вот тут еще написать, скажем, вместо 519, давайте напишу 300, ой, напишу 319, Enter, да, и он, вот, пожалуйста, он выскочил на страницу там 319. Так что вы по номерам можете легко сориентироваться и найти абсолютно любые видео. Значит, еще раз, можно скачать, можно посмотреть и можно послушать прямо отсюда, там, этот звук, если кому-то нужно. Во всяком случае, ссылка на аудио позволяет и видео тоже смотреть. Вот это я хотел сказать. Ну и раз мы уже на форуме, я хочу сказать, что есть другой вопрос, который часто задают. Это вопрос, а как вопрос задать? Когда вы придете на форум, который тут есть, вот есть тема «Обсуждаем видео». Вот вы можете туда зайти. Все остальное вы можете почитать. Но в теме, значит, «Обсуждаем видео», вот есть заявки на видео, вопросы. Вот вы прям туда и пишете. Это что, я туда написал, что ли? Нет? Не знаю. В общем, пожалуйста, вы туда приходите, и я отсюда беру вопросы для ответов. Вот тут некоторые давно стоят, потому что, видите, это все один вопрос человек написал. Я поэтому никак добраться не могу, прочесть не могу. Вот, а так тут почти ничего нет. Вот видите, там как бы 7 вопросов, но на самом деле там может быть 3. Так что задавайте вопросы, вы теперь знаете где. И смотрите видео, вы теперь тоже знаете, как найти старенькое наше. Вот, наверное, и все. Счастливо!